привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как я уже говорила, сегодня у нас прям видеоролики только с хорошими новостями, получение подарков, розыгрыши. Вот только что мы определили победителя у розыгрыша семян. И сейчас мы подошли к самой интересной теме, к розыгрышу с жирным призом, с таким серьезным, со значительным. Это будет растительная палатка от фирмы Mars Гидро. Я специально не буду выкладывать сегодня видео на те, ссылки на те видео, которые я снимала о палатке, но если кто заинтересуется, он найдет. Я снимала о том, как устроена палатка, какая она красивая, какая она блестящая. В конце видео я покажу внешний вид и покажу, что у меня в ней растет. Вы знаете, если честно, я никогда не видела таких буйно растущих растений. Вот смотрите, я вам говорила, сорняк не стала выдергивать. У меня сорное какое-то вот здесь растение. Оно выросло, отцвело пушинка, как одуванчик, и дало семена. Это значит, что в палатке растение может пройти полностью цикл. Вот сейчас можно вот эти пушистые семена прям собрать и посеять. Я уж думаю, то ли импортный салат вырастить на семена. Ну, короче, растет все прекрасно. Из-за того, что не стала обрабатывать землю вот в этих, ну, в зелени, которая быстро растет. Тут даже грибок у меня вырос, потому что земля из леса привезена. Вырос гриб. Короче, вот эта растительная палатка будет разыгрываться. Дарит нам фирма Mars Гидро. И условия. Мы опять, вот я, как выявлять победителя, какие условия, опять села думать. В первый раз, и теперь я написала все на бумажечке, чтобы ничего не забыть, чтобы лишнего слова не сказать. Когда я в первый раз сказала, среди всех зрителей разыгрываю, мне стали делать замечания, что надо было говорить, что среди подписчиков канала моего. А потом, ну и второе, когда предполагался второй розыгрыш, я сказала, что будет разыгрываться только среди моих подписчиков канала YouTube. Но потом мне умные люди, которые намного умнее меня, сказали, что это почти невозможно, и мало кто сможет открыть подписки. У кого-то есть там какие-то служебные подписки, деловые. У кого-то, может быть, какие-то есть подписки о его каких-то хобби, которые он не хочет перед всеми раскрывать. У мужчин, наверное, есть такие. Короче, мы не хотим залазить в личную жизнь своих зрителей. И я решила так. Раз подписки открыть перед всеми ютубовские сложно, мы сделаем таким образом. Буду выбирать среди своих подписчиков. Но подписчиков не на Ютубе, а на моем вот вновь открывшейся странице Яндекс.Дзен. Под этим видео будет у меня всего 3 ссылочки. 2 ссылки это будет там, где вы сможете посмотреть продукцию Mars Гидро фирмы. И 1 ссылка на мою страницу, на мой блог Яндекс.Дзен. Все. Вам достаточно перейти на мою страницу и подписаться там. Это первое условие. Как я сказала, что вот прям легким движением руки вы сможете выполнить это условие. А второе условие можно было, конечно, оставить и на этом. Подпишитесь просто на мой канал Яндекс.Дзен. И будем считать, что вы наш огородник, вы с нашей компанией, вы там не случайный человек. Но я посидела и подумала, что все-таки вы все взрослые люди, вы понимаете, что розыгрыш таких призов — это все-таки реклама. Это вот китайская фирма-производитель, она хочет, наверное, продвинуться на российский рынок, найти там каких-то покупателей среди огородников. И если они дают нам что-то бесплатно, то они тоже, наверное, хотят получить что-то взамен. И я считаю, это будет прям как знак благодарности, что ли. Мы, если вы хотите получить палатку, вы должны пройти по этой ссылке, вот, которую он нам дает, и все-таки хотя бы посмотреть их продукцию. Но я вот подумала, что когда у меня проблема возникла с моей палаткой, когда мне прислали огромную квадратную палатку, я не знала ее куда поставить. И многие говорят, что мы бы тоже такую хотели, но у нас нет места в доме и все. И когда я сказала вот нашим друзьям из Китая, написала, что вы знаете, когда будет разыгрываться палатка, все-таки нужно учесть размеры наших квартир, и такую квадратную нам не надо, скорее всего, кому-то палатку надо меньше. Он тогда сказал, что вы, человек, должен пройти, посмотреть разновидности палаток, и он мне дал список размеров. Там есть 60 на 60, 70 на 70, 120 на 120,
150 на 150. Вот у меня, по-моему, 1,50 м на 1,50 м. Представьте, 1,5 на 1,5 м. Это очень много занимает. Она 4, что ли, квадратных метра из комнаты занимает. И вот вторым условием будет такое. Я так придумала. Это ничего сложного нет. Вы просто по ссылке пройдете, посмотрите их ассортимент, посмотрите лампу, посмотрите палатку и выберите ту, которая вам нужна. Пишите комментарий просто. Мне нужна палатка такая-то, такая-то. Или там размер указываете, или там есть артикул. Все. Я думаю, что это самые наилегчайшие правила, которые можно вообще придумать. Больше... Нет. Больше ничего не надо. Потом, смотрите. Так. Про эти комментарии. Чтобы не было, как в прошлый раз, что пишут и там, и там, и там. Будет очень короткий период длиться вот этот розыгрыш. Вот сегодня я выложу это видео. И только в течение 3 или 4 дней, сейчас посчитаем, что так, пятница, суббота, воскресенье. В понедельник я сяду на это же место, и мы найдем этого победителя. И я сразу объявлю имя победителя. Не будем растягивать на неделю, потому что когда в прошлый раз 10 дней длилось, люди начали писать вообще под всеми видеороликами, которые я выставляла. Пишут: хочу лампу, хочу лампу, хочу лампы. Кроме хочу лампу ничего вообще не было. И хоть сегодня зрительница одна и сказала, что это от жадности, люди там, короче, вы на этом деньги, на этих комментариях зарабатываете. Я скажу честно, сейчас вот в период карантинов денег никаких почти нет, с этого не идет. И розыгрыш лампы — это вот добрая воля вот этого производителя. Но я же сказала, конечно, у них свои мотивы, но я-то сильно здесь не стараюсь, чтобы у меня сильно очень много было комментариев. Просто среди комментариев очень просто найти этого победителя. Иначе другого способа я не нашла, я уже объясняла. Пишем комментарии только под этим данным видео. Хоть вы зайдете через 2 дня, хоть вы зайдете через 3 дня, хоть вы зайдете в тот же самый день, до самой последней минуты, пока мы не разыграем, писать комментарии только под одним видео. Я, конечно, буду в течение выходных еще выкладывать. Я вот хочу мастер-класс, как вот выращивать зелень, как посевы, все. Под ними не надо писать «хочу палатку» или «хочу лампу». Все, вот это видео для розыгрыша, только оно собирает здесь комментарии, и только здесь мы будем выбирать победителя. Ну все, остальное дело техники. В понедельник усядусь вот здесь и скажу, кто победил. И в этом комментарии, который я найду, вот, например, победила там, ну пусть Попова Ирина, в этом комментарии уже должен быть указан размер палатки, которую вы хотите, и я эти размеры сразу отправляю производителю, и он вам напрямую высылает. Все очень просто. Сейчас покажу вам палатку. Вот она, эта чудо-палатка, от которой я в восторге, в которой уже 2-й месяц у меня растут растения. Вот лампа, которая будет в следующем розыгрыше. Сейчас пока что разыгрываем вот эту палатку. В ней и правда растет все как на дрожжах. У меня вот месяц, как я ее здесь, ну 2-й месяц. И пока что результаты прекрасные. Вот золотые яйца, томаты расцвели, салат буйствует.